Привет! Это 23-й день в проекте «Цель». Сегодня был очень насыщенный и плодотворный день. Ну, во-первых, мы сделали презентационное видео о компании. Это такая, скажем так, начальная версия и вообще первая версия видео о нашей компании. Скажем так, пусть это не самый идеальный вариант, однако лучше такой, чем никакой. Дальше, собственно, цель по видеопрезентации о компании достигнута. Однако я все равно переделаю, и пока мне не понравится, я не успокоюсь. Ну, чтобы прям до конца понравилось. Дальше, продвинулись с целью изготовления видеопрезентации об основных услугах. И сделали два видеоролика про контекстную рекламу и ролик про видеопрезентации. Дальше. Есть цель, собственно, звучит она следующим образом. Еженедельно встречаться с интересными людьми. Сегодня я обедал с Денисом Шитовым из города Пермь. Это пермский бизнесмен. Он занимается тем, что он учредитель кировского и ижевского филиала компании «Дубльгиз». Собственно, сегодня я с ним познакомился. Это очень интересный человек, очень системный. Мне вообще прям... Я обожаю людей, которые систематизируют знания, имеют возможность его масштабировать, транслировать, ну, собственно, легко передавать своим коллегам, партнерам. Собственно, я у себя отмечаю такие же, собственно, черты, когда вот именно хочется систематизировать знания, и их легко, чтобы можно было передавать другим. Вот, очень мило, добро и продуктивно пообщались, нашли точки соприкосновения, точки интересов друг друга. И, собственно, надеюсь, будем поддерживать дальше деловые отношения. Дальше. Что касается по остальным целям. Собственно, сократить расходы компании, издержки на 10%. В том числе сегодня я сделал дополнительное изменение в штатной структуре, что позволило без ущерба, скажем так, для компаний сократить издержки. Вот, и, собственно, с учетом изменений в штате, можно сказать, я уже добился сокращения на 10% расходов компании. Вот. Однако я еще пока цель не закрываю, поскольку я хочу еще поактивнее позаниматься сокращением расходов. Вот. И мне осталось подтянуться 20 раз, сделать, ну, активно поработать в приложении осознанность. Я оставлю это как раз на вот эти, на оставшиеся цели, которые есть вот на последние несколько дней. И получается, значит, подтягивание, приложение осознанность, третье — сократить издержки, и четвертое — это сделать видео о... еще несколько видео о, об услугах. И получается, мне осталось 4 цели. Вот, сейчас уже 12:00 ночи, и получается, что уже 24-й день в проекте «Цель». Вот, и я думаю, что я еще успею сегодня поподтягиваться. Вот, и как-то очень хочется побыстрее 20-ку-то сделать. Ну все. А, вывод дня. Расходы. Расходы компании. Задача руководителя – держать под контролем расходы. Когда расходы выходят из-под контроля, выясняется, что у вас, например, 1 000 000 рублей расходов за месяц получился. А откуда он получился, не знаешь. Это неприятно. Чтобы такой ерунды не происходило, проводите регулярную ревизию ваших расходов. И тогда, собственно, как минимум сюрпризов по издержкам у вас не будет. Ну все, увидимся на проекте «Цель».